моей клетке. Вонечка. Воня. Эх, слабак, да, Бонька? Звони, гуляем. Вон наш. Короче, вот этот пёсель взялся нас охранять. Пошел с нами на прогулку. Раньше просто играл и прятался. А сейчас он нас сопровождает уже на прогулке. Он взялся нас охранять по периметру, то есть идет, смотрит, чтобы Боньке ничего не угрожало. Вот. Да, Бонька. Вот. Все как надо. Вперед, влево, вправо. Полностью по периметру. Вот. Это вообще. Вон он. Идет нас сопровождать. То есть мы не одни, нам не скучно в лесу. Типа, Бонька сама не справится. Да Бонька сама великолепно справится. Да? Дурында. Нас охранять не надо, мы сами кого хочешь охранять сможем. Но взялся нас охранять, поскольку кобель девочку охраняет на прогулке. Видно, она ему уже дорога стала. Он ее, он останавливается, оглядывается на Боню. Типа идешь, не идешь. Я типа там все впереди проверил, безопасно, можешь идти. Ой, это так круто, это так прикольно наблюдать. Как он нам освобождает дорогу. То есть вот он идет какое-то расстояние, потом поворачивается. Вот. И типа все свободно идем. Это вообще круто. На каком-то вот расстоянии держится. Периодически ко мне подбегает. В надежде, что я его похвалю и дам ему вкусное. Но Бонька на чеку, она прям очень ревнует, чтобы, не дай бог, там ему не перепала вкусняшка, которая для нее там приготовлена в сумке. Я поэтому не даю, чтобы не было. Вот, а мы потом в конце, когда будем уже уходить, я Бонечку возьму на поводочек, потом ему сыпану там пару кусочков. Вот, за то, что спасибо скажу за его работу, и пойдем. Вот. Да, Боня. Вот, короче говоря, у нас такой этот провожатый.